Всем привет, с вами Неломоп, мы сегодня продолжим играть в игру под названием Ancestor The Humankind Odyssey. Нажмем какую-нибудь кнопку, пробел, и будем загружать нашу игру. Это игрушка про эволюцию, про обезьян. Я уже записывал парочку серий про нее, но я до конца и так и не прошел. Прошло некоторое время, я снова решил в эту игру вернуться. Она интересна, мне кажется, тем, что здесь много чего можно исследовать. Поэтому я думаю, что нам стоит на ней немножечко зациклиться, поисследовать, потому что это всегда интересно. Игра загрузилась. Так, и что мы видим с вами? Что у моей обезьяны есть отравление. Видите, какое все размытое. Для того, чтобы это отравление прошло быстрее, как я уже понял, нужно пить воды. Я подхожу к ручейку и зачерпываю воду. И вот, видите, у меня внизу в левом углу есть отравление, но пропадает быстрее. Оно сужается, уменьшается. Мы, по сути дела, вылечиваемся. Почему я отравился? Я наелся каких-то ягод красных. У моей обезьяне стало плохо. Сейчас мы ее вылечим. Так, сейчас будет изображение получше. Все, мы здоровы. Теперь стало все поярче. Значит, что мы тут имеем? Тут я какие-то вот ветки насобирал. Схватить ветку, видите, можно. А можно подойти к дереву. Вот, к дереву. И еще ветку взять. Оп. И можно сюда в кучу бросить ветку. Так, можем подойти еще, сорвать ветку. Листья есть. Давайте какую-то попробуем, схватим такую ветку. Пробуем сейчас тут поставить еще, бросить. Мне нужны такие сухие ветки, побольше причем. Вот эти ягод красных я наелся, и мне стало плохо. Так, можно тут ветку сорвать. Берем еще. Мое племя обезьяне. Вон, моя мадам. Так. Бросить. Я плохо ветку бросил, по-моему. Я не в кучу ее поставил. Схватить. Ой, не ту ветку подобрал. Классная у меня обезьяна. По-моему, она крутая. Еще кнопку нажал. Так, обезьяна, не бушуй. Так, схватить. Это что? Это листья. Это сюда мы бросим. Эту ветку не подбирает. Она как куча все ветки теперь ставит. Нужно еще где-то найти сухих веток. О, берем. Так. Бросим. О, они, видите, складируют и в кучу как-то. Так, здесь еще ветка. Так. Бросим. Вот они как-то в кучку собираются. А что мне с ними схватить? Подождите-ка, может, мы листья должны еще подсобирать? Но как-то можно было что-то построить, я так смотрел. Может быть, бросить ветку в кучу. Сейчас попробуем что-то построить. Листья схватить. Оп. Так, подождите-ка. Сейчас мне вообще что-то построить, может быть. Какой-то домик можно сделать? Брось. Ничего не строится у меня. Ничего не получается. Может, попозже получится. Брось. А у меня раньше появилась какая-то возможность строительства. Так, у меня есть женщина вот такая. Взять предмет. Ой, я, кажется, ее сейчас еду забрал у нее. Изучить. Лечь. Органы чувств. Интеллект. Позвать. Я, кажется, съел. Что-то я схрумал. Так, мы можем еще включать свои. Лечь. Органы чувств. Пью. Что могу делать? Концентрацию. Оп. Засек самочку. Запомни, допустим, самочку. Оп. Так. Самочку запомню. А ну-ка, идем к ней в гости. Здравствуйте, миледи. Изучить. Старшая особь. Самка. В паре. Партнер. Нар. Ухаживать. Я ей спинку чешу, смотри. Ей приятно? Как вы думаете? О, она меня оттолкнула. Походу, не очень ей приятно. Так, изучить. Орган чувств. Концентрация. Что это? Что это такое? Это, по-моему, была самка свободная. Ну-ка, подожди.
ухаживать. А ну-ка, изучить. В паре партнер эх. Партнер эх. А ты кто? Изучить. Самка. Одиночка. О, давайте за ней поухаживаем. Она одинокая. У нее нету пары. Так, сейчас мы, короче, тебя поухаживаем. Она мне почему-то отталкивает. Ухаживаем еще. Мои навыки ухаживания что-то не очень удаются мне. Обезьяны, обезьяны. Ох уж эти обезьяны. Может, какой-то ей может цветочек подарить, чтобы она была... Она меня почему-то постоянно отпихивает. Почему она меня постоянно отпихивает? Я не понимаю, я вроде ее пытаюсь ей. Она меня бортит постоянно. Непонятно. Так, что тут еще можно хорошего найти? Деревья, полно деревьев. Схватить ветку. Зачем мне... Можно какое-то жилище построить, по идее, надо. Домик. Домик взять. Бросить ветку. О, начать строить, видите? А ну-ка, что мы построим? Ой, и чего? Построить пробел? Построить. И чувак строить? Какой буквой? Пробелом? Он подпрыгивает у меня. Я не понимаю, как строить. Я не умею строить! И веток нам приносил, а что-то он ничего не строит. Что это за кнопка такая, нижняя такая какая-то полосочка? Табуляция? Нет. Похоже на пробел. Я, короче, не могу понять, как это строить. А что это за полоска может быть такая? Нижняя подчеркивание. Я такой на клавиатуре даже не вижу. А, пробел. О. Походу, я построил. Живая изгородь. Лечь. Орган. Я пробел понажимал, и он у меня построил. Много раз нажимал. Новое действие. Строительство. Теперь умейте возводить последние разные постройки. И что мне эта изгородь даст? Ну, заборчик поставил. И зачем он? Заборчик? Ничего себе. Ухаживаю. Что-то не все... Я строитель великий. А они что-то меня все бортят. Почему? Хорошо. Вот, возможно, как-то какой-то сигнал мне дать, что ей понравилось. Потом не нужно отжимать. Она постоянно говорит, что ей типа не нравится. Она как будто дергается, как-то непонятно. И нету какого-то у нее другого действия. О! Получилось. Может, когда она голову ко мне поворачивает, когда голову ко мне, нужно ее нажимать на нее. О! Еще раз. Получилось. О! Когда она ко мне голову поворачивает, видимо, нужно отжимать. Ага. А нет, сейчас не получилось почему-то. Опять не получилось. Давай, давай, давай. Есть! Пара образована. И что теперь? Можно еще ухаживать. А что если я буду дальше ухаживать за ней? Она даже голову поворачивает ко мне. Ничего не происходит. А что я могу с ней еще сделать, когда я с ней уже пару образовал? Иди за мной изучить ухаживать. Изучить. Взрослого сук. В паре партнер нар. Фертильно. Иди за мной. Иди за мной. Я вон забор к нам построил. Пошли. Идет за мной. Бежит вон, смотри. По-моему. Идет потихоньку. Схватить. Какие-то листья нашел. Сбросить. Осмотреть. Кью. Листочек какой-то. Нашел. И что? Понравился? Съесть. Давай попробуем. Так, что это такое было? Против перелома? Ждать здесь. Походу против перелома. Так, а что мы будем зачерпнуть воду? Попьем воды.
все, она самка моя, за мной повторяет, тоже пьет, тоже пьет. Так, как там надо было изучать, схватить? Нет, можно было изучение. Интеллект, встать, нюх, концентрация. Концентрация. Тут маленькая обезьянка. Может, выберемся немного в дикую природу? Как размножаться вообще? Как вообще делать размножение? Так, вот тут есть тот самый. Лечь. Я прилег. И чё? Отдыхай. Время бежит. О, эволюция, буква И. А что это такое? Я такой первый раз нажал. Нейронная сеть. Еда. Ух ты, мы можем развивать свой геном. Поколение. Стрелочки нужно нажимать. Поколение. Эволюция. Ух ты, тут целое здоровенное меню, связанное с этим. Род, наука, 10 миллионов лет, 9 миллионов лет. Чтобы начать эволюцию, вы должны находиться в активном поселении своей стаи, сменить минимум одно поколение и заработать эволюционные достижения. А как это? А я недостающие звенья. Видимо, я не могу пока что это дело исследовать. А ну, Q нажму. Расширенные. Я не могу сменить пока. Как размножаться? Чтобы сменить поколение, вы должны быть взрослой особью и находиться в активном поселении своей стаи. Причем в стае должен быть минимум один детеныш. Требуется выполнить все возможные генетические фиксации. Что такое генетические фиксации? Нужны для генетической фиксации знания для следующего поколения. Две. А где мои... Где список... где мой список фиксаций? Нейронная сеть. Может, надо как-то нажимать? Активировать. Нейронный рост завершен. Формировавшийся нейрон. Активируйте нейрон с помощью нейронной энергии, чтобы создать условия для развития нового двигательного навыка. Двигательная функция. Что тут еще есть? Нейронный рост завершен. Для развития органов чувств. А это что такое? Окружающую среду. Это для развития навыков общения. Понятно. Вы научились собирать всех членов стаи в одном месте. Нажмите, чтобы созвать всех членов стаи и приказывать сопровождать вас. Пробел продолжить. Так, у меня что-то новенькое вон открылось. Что-то новенькое. Требуется больше взаимодействия. А я могу это тоже открыть? Активировать. Нейронная способность. Можете перекладывать предмет из руки в руку. Нажмите X, чтобы переложить предмет из руки в руку. О, какой я стал умный. Я могу вещи с рук одной руки в другую перекладывать. Так, это что такое? Это было развитие органов чувств. Давай, нейронная способность, еще одна. Чтобы задействовать органы чувств, затем выполните доступные ситуативные действия. Продолжить. Новые шарики вон повзрывались какие-то. Это, наверное, мне больше все недоступно. Три штуки я только смог открыть. А потом дальше, наверное, кто-то появится. Изменить масштаб. Ох, тут какое здоровенное все. Оно еще... нужно как-то научиться размножаться. Давайте нажмем выход, что ли. Как мне отсюда выйти теперь? Пум-пум-пум. Поколение! Как мне отсюда теперь убежать с этого всего? Нейронная сеть. Выход. Бэкспейс, может быть. О, получилось. Нажмите X, чтобы сменить руку, теперь можете взять в правую руку другой предмет. Подсказка. Так, ну вот я родился. Я появился. Иди за мной ухаживать, изучить. Как нам размножаться? Я хочу ее оплодотворить. Ухаживать. Образование пары. Так мы же уже вроде с ней образовывались. Нет? Может быть, я что-то напутал? Может, я не... Как ее зовут? Подожди. Нар. Ток. Ан. Нар. Взрослая особь. Партнер Нар. А ты, дамочка? Одиночка. Так я и есть, по-моему, Нар. Мою обезьяну зовут Нар, если я правильно понимаю. Нар, это я. Создание пары. Старшая особь-самец. Нар, это я. Образование пар. Отталкивает меня. Опять.
Есть. Стыкали. Пара образована. Далее что? Дальше можно не ухаживать, когда она уже образована. Все, уже бессмысленно. Все, пара образована. Что мне с тобой теперь дальше делать? Изучить. Ждать здесь. Она за мной топает? Лечь. Органы чувств. Интеллект. Позвать. Позвать всю стаю. Все за мной. Стая, за мной. А ну-ка. Уже 17 часов. Сейчас будет уже поздно. Что-то у нас не сильно стая густая, да? Не сильно большая стая. Пьем водицу. Все пьют. Я пью и все пьют. Вся стая пьет. Нормально. Так. Как сказать всем, чтобы они за мной не бежали? Так, органы чувств. Интеллект. Конфирация. Что там? Что тут за человечек такой? Ну, допустим, запомни. Что это такое? Пойдем посмотрим. Какая-то самка сверху сидит. Как нам ее привести себе племя? Она что-то на дереве тусуется. Что она там наверху сидит? А я смогу туда прыгнуть на дерево, да? Надеюсь. Зацепился. Как раскачиваться и прыгать? Ой, проскочило сообщение. Я не успел рассмотреть его нормально. Оп, перецепился. Лезу к этой самочке, а ну-ка. Нейронная сеть не активна. Здоров. Что с тобой? За руку держишься? Что случилось? Нюх. Слух. Подожди, как надо с ним взаимодействовать? Лечь, органы чувств, интеллект, позвать. Почему держится за руку? Что, как нам помочь? Общение. Сформировался нейрон. Мне нужно органы... Может, интеллект? Нюх. Нюк-нюк-нюк. Интеллект, нет, не то. Вот Макакич. Он, по-моему, больной. Мне кажется, он чем-то болеет. Почему-то он страдает. Создать стаю. Я созвал стаю все сюда. Вон они все внизу тусуются, мое племя. Вниз не нужно спускаться. Так, органы чувств, пью. Почему он страдает, этот Макакич? А там еще одна Макака. Концентрация. Кто это такой? Запомни. Забыть, запомни. Самец, похоже. Это самка, это самец, поняли? Позвать. Кричит на меня что-то, кричит на меня. Феромоны. И внизу мои макаки все меня ждут. Здорово, мои обезьяны. Мое племя. Мои обезьяны. Так. Позвать, нюх, интеллект.
Может быть, мне надо их отвезти обратно себе туда, в свое местечко сюда, чтобы они за мной не бегали? Ну, обратно все в пещеру. Уже ночь наступила вообще-то. 20 часов ночь. Надо спать ложиться. Все обратно в хату. Обезьяны, все спать. О, это самочка, которую я захватил. Завершить вылазку. Лечь. Все, их обратно всех позвал. Я завершил вылазку. Лечь. Позвать партнера. Где мой партнер? Сюда, ко мне. Спаривание! Я не нашел, как их спаривать. Давай. Покажут нам. Эй! Я ничего не вижу. Покажите. Лечь спать. Эволюция. Еще спаривание хочу. Не показывают. Не показывают. Два раза я сейчас. Давайте, бог любит троицу. Три раза я чпокну. Обезьянку хочу маленькую. Хочу... Все, лечь спать. До утра спим. Потом пойдем кушать ягоды. 22 часа, видите? Рано лег спать. Довольно-таки рано. Слоны снятся. Крокодилы. Час ночи. Так. 4, 5 утра, можно вставать. Еда, вода, сон. А где моя самочка спит еще? Лечь. Так, идем попьем воды. Говорят, что утром нужно пить воду. Идем попьем. Каких-то бы ягод покушать. О, они все за мной повторяют. О. Безрослая оса. Я хочу пить. Схватить. Где-то ягоды росли, я их уже не вижу. Правда, я ими отравился в прошлый раз. Че, пойдем в дикую природу, что ли? Посмотрим, что тут у нас. Спускаться вниз опасненько. Могу погибнуть, могу ногу повредить себе. Или вообще закончить жизнь славной обезьяны. А ну-ка, прыжок, рискую! Опа, зацепился. Там воды много внизу, смотри. Ну, веточка. Залез. А куда мы пойдем? Мне какую-то еду найти на самом деле. О, перчатка, перчатка. Так, органы чувствую. Интеллект. Нюхки. Концентрация. Ягоды. Знак вопроса. Опа! Концентрация. Опознай. Орган чувств. Запомни. Пойдемте посмотрим. Там что-то темное. Ой! Мне не ударился. Там что-то темное. А что будет, если я подойду? Что-то темное там было, по-моему. Схватить. Осмотреть. Сменить руку. Опа, изменение предмета. Изменение изменения. Куда? Когда предмет левой руки, его можно изменить голыми руками. Изменить голыми руками или там что-то смастерить, не стоит прочитать. Изменить руку. Посмотреть. Понял. Ядовитая, что ли? Почему такой темный цвет? Новая еда найдена. Как? Съесть, давай попробуем. И как тебе она? Еще может съесть. Есть. Что, не холодно стало? Или наоборот? Не понимаю, пока что я его ем. Может, оно против переломов как раз работает? Против ушибов работает? Что-то я изучил, новенькое. Так, ну давайте органы чувств подключим. Вот тут что-то есть внизу, смотри. Концентрация, что это? Познать. Это я уже кушал. Это знакомое растение. Мне бы что-то новенькое бы найти было бы здорово, да? Так. Концентрация. О, это, по-моему, это что-то, по-моему.
Стангерия. Можно на ней спать? Концентрация. Спать на таком листе можно. Шерстистая. И знак вопроса еще плюс. А что это такое? Укрытие. Ух ты. Берлогу нашел. Так, это что такое? Нейрон оформился. Интеллект. О, какой умный. Хорошо. Я обезьяна умная. А вы как думали? Конечно, умная обезьяна. Умный бибизян. Это что такое? Гранит. Давайте возьмем его. А мне нужен этот камень? В руку взять. Камушек. Схватить. Бросить. О, я могу им бросаться. Сменить руку. И изменить. Склонение изменить. Что он с ним делает? Но ковыряет камень. Что он с ним делает, с этим камнем? Изменить. Он колдует над камнем. Не получилось, что ли? А как он должен измениться? Я не понимаю. Изменить. Опа! Что произошло? Ловкость рук. Как он пытается его изменить, этот камень? Сделать с него острый, что ли? Я не знаю, что он с этим камнем трючится. Но мне пока что чуть не видно, чтобы он там что-то изменял. Ладно, идем дальше. Я пока не понял, как это работает. Так, что там было у нас еще? Концентрация. Интеллект. Камни я тут поизучал. Концентрация. Еще там какие-то есть штучки. Гранит. А это что было? Незакрепленный камень. А это что за листья? Сухая ветка. Концентрация. Новая какая-то вещица, которую мы ранее еще не открывали. Так что ли? Что оно такое может быть? А оно очень далеко похоже. Я еще один камень нашел. Изменить. А если два камня сразу изменять? Опа! И что? А зачем? Как это? Два камня подобрать в руку и что-то можно разбить, оказывается? Так, подожди. Ничего себе. Камень. О, какой-то большой камень. Подожди, а что с небольшим камнем? Сменить руку. Большой камень, незакрепленный камень. Что с ним можно сделать? Бросить. Допустим, бросить. Лечь. Орган чувств. Так, встать. Орган чувств. Камушек. Концентрация на камне. Запомнить. Что с ним камнем теперь делать? Я его запомню. Его можно как-то туда открепить, незакрепленный камень. Позвать стаю, лечь. Не, наверное, нельзя. Так, что там у нас еще есть? Ближайшие какие-то вещи. Камни. Много камней. Листья. Листья, которые мне уже все знакомы на самом деле. Все то же самое. Все листья те же самые. Это что такое? Опознать. Укрытие. Что это за непонятная штука? Не могу опознать. Что это такое? Тоже где-то далеко. Тоже какая-то неизвестная штука. Ух ты. Много-много-много всего неизвестного я обнаружил. Так. Что за звуки? Это берлога, по-моему, была. Берлога? Это шебуршится.
Кто-то шуршится. Кто-то шебуршится, кто-то шуршится. Напугать? А кого я хочу пытаюсь напугать? Узкоголовая мамба. Найдено новое дикое животное. А я не вижу его. Вы напугали узкоголовую мамбу. Грозный вид. Я змею спугнул. Нейрон. Общение. Еще один какой-то нейрон сформировал. Интеллект. Я какую-то змею напугал. Поняли? Листья нашел. Это непонятная штучка. Листья. Хотел пещеру найти. Чтобы там переночевать как-то. О, кабан. Дикий кабан. Напугать. Ой. Кажется, я пока... Ой, я напугал его? Он ко мне бежит. Я его напугал, кабана. Пошел вон. Так, что нажать? Нажмите, что под... Я увернулся. Я увернулся от кабана. Он на меня прыгнул, а я от него отвернулся. На новое дикое животное. Огромный кабан. Поняли? Я с кабаном дрался. Почти. Почти дрался с кабаном. Почти. Хо-хо-хо! Кабан на меня напал, дикий. Ничего себе. Интеллект, слух, Z, встать. Так. Интеллект. Там. О, укрытие. Пойдем в укрытие. Хочу в укрытие. Запомните. Есть, а ну попробуем в укрытие добраться. Хочу пробовать, может там, может как-то переночевать? О, но недалеко. Так, нашел укрытие. Я уже такое видел, одно укрытие. Как в него залезть? Лечь. Органы чувств. Я не могу внутри прям закарабкаться на него. Это укрытие. Позвать семью, лечь. Подрыхнуть, допустим. Ему уже какие-то сны, походу, снятся. Нашему обезьяну. Обезьян в дикой природе. Закат. О, ему уже сны. Пошли 20 часов. А почему красная что-то мигнула? Может, ему плохие сны снились? Целую сутку нас не было. Дома. Там, наверное, жена уже с ребенком, с пузом ходит. 6 часов, можно вставать. О, дождь. Суточного режима обновления. Так, что у нас? Вода, еда. Мы голодны и мы хотим... О, грибы какие-то. А я могу грибы кушать? Хватить. Осмотреть. Концентрация. Опознать. Запомнить. А гриб я осмотрел. Понятно, он гриб. Он ядовитый? Похож на ядовитый гриб. Огромный. Новая еда. Африканский пластинчатый гриб. Давай его съедим. О, у меня живот, кажется, отравление пошло. Пошло отравление. Видите, какой он стал весь замученный. Мой обезьян отравился. Давайте попьем воды, может попустит немного. Желудок прочистить надо водой. О, помогает, вода помогает. Здорово. Моему обезьяну холодно. Вот в чем прикол.
Так, все. Подпил немного воды. Идем дальше. Мне бы где-то как-то в укрытие или домой даже вернуться. Ну, наверное, этим будем и заниматься всем уже в следующий раз. Потому что полчасика я эту игру поиграл. Интеллект, камень, концентрация. Познать. Запомнить. Я не могу, видимо, этот камень никак позвать семью. Его как-то с места сдвинуть по той причине, что мне нужен какой-то специальный, наверное, инструмент. Но я пока не умею ничего создавать. Пока мне... Может, с помощью двух камней нужно какое-то создать... Эту... Как его? Какое-то острие, какой-то наконечник, потом на палку его примотать. Ну, как копье типа сделать, если так представляю всю работу. Но этим будем всем заниматься уже в следующий раз, понятно. Мы играли игру под названием Ancestor. The Human King of... Knight? Odyssey, так он называется. А с вами был Миломед. Всем пока.